100 машин МЧС сегодня доставили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь. В основном продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Кроме того, жителям Донбасса передали учебники и художественную литературу. В МЧС сообщили, на пунктах пропуска документы и груз проверили представители таможенной и пограничной служб Украины. Добавлю, этот гуманитарный рейс 51 с августа 2014 года. Сейчас к отправке готовится еще одна колонна.